Вы где? Док, ты где? Ой, я примерно залежи нефти, между залежи нефти и переработкой марихуаны. Нифига себе, вы далеко. Здесь человек, блин, стоит вообще от страха, стоит и не может двигаться. Так и ты, ну, забери того взвода, возьми где-то 4 человек. Может, мне кого-то взять? Я его сейчас подцеплю вертом, сейчас, подожди. Карты Слышишь? его подцеплю. Может, мне тоже кого-то взять сейчас? Бери ты кого. Сейчас. А кто коп? Дело. Так, тогда я взлетаю, ну, иду искать. Какой-то коп, понимаешь? Ну да. Что с гаражом? Что ты заложен? Чё карт не цепляется, я не понял, блядь. Маленький не зажил. Маленький не зажил. А падла поехал далеко. Так что, кто-то едет сюда? Я к тебе лечу сейчас, я хочу стяжки купить. Док, ты где? Лечу. И... Кота, ты... Ты здесь с этим. Так, лечу какую-то технику. Давай, пошли со мной. Гривин, куда блин, собрался? Стой, гад. Гаденыш. 5 секунд, стой. Есть. Все, я лечу к нам на базу, короче. Включил запись. Если человек рвогнет. Отправлю админам запись. Я принимаю решение. Кто-то хасает. Я. Так, кто, Коль, ты где? Первый. Давай на нашу базу. Да. Он сам сел ко мне на вертушку, понял? Слышь, а ты уже с заложником? Кто заложник? Да. У меня заложник. Ага. И у меня еще один. А кто на первой базе? Кто там? Я и ты. А, там двое, да? Гриффин, садись, давай. Так, смотрите, а то Шейд, короче, он на карте. Он может, Гриффин, короче, садись, уехать. Давай со мной. Надо его сразу чем-то нейтрализовать. Я заблокировал ему это управление, ты сидит Вертик спрашивает, почему Вертик... О, слышь, Коль, заблокируй там ход, выход, то есть нашей базы. Сейчас. Какую-то, блин, Гриффин, вылезай, давай, поехали со мной. Вылезай. Да брось ты эту вертушку, пошли. Поехали на дело, давай. Ты хочешь его взять? Ну, если поедет. По дороге почему бы не взять? Эти стяжки есть? Он убился что-то. Он выпил какую-то траву. Пошел. Так, ну шо, вы готовы? Я уже, блядь, привез его. Все, я. Ого, шумы с текстурами. Налепи просто там. Румынский, знаешь. О, кому-то штраф выписал, коп.
Правильно, пусть зарабатывает, нам сейчас надо это. У тебя в наручниках? Меня? Да. Нет, он в карте сидит. Я его подцепил вертолетом. Сейчас, подожди, не садись, я сейчас его сажаю. Давай, возьму. Сажай его. Так, я же говорю, залепи там выход, чтобы он не выехал на своем карте. Если что, его сейчас. Давай. Что ты его сейчас? Он уже все убьет. Поймаю. Не нервничайте. Выход почти сейчас. Сейчас открытый поставлю. Давай, сажай его. Так, Рома, ну улети отсюда. Или кто это с кем там? Ёп, вертолетов куча. О, кто на хеме? Тут хеме все таскает. Долг сейчас рванет. Тачку убери, тачку убери, убери тачку. 30 минут приставки. Украл этот хем, где-то нашел его. Может он с коксом или где? Меня так же не возьмешь, люди, так что туда. О, неужели Шейд заговорил? Шейд у меня? У меня Шейд, да? Так, док, улетай, улетай, улетай. Фиг вам, поняли? Давай, напиши. Тебе видео админу, пускай админ банит. Я там его. У меня тут Тарас. Сейчас я открываю и бьешь его по башке, по? Тарас какой? Бульба Тарас? Раз, два, три. А где тут зайти можно? Давай, давай, давай. Прыгай. Ладно, я высажу, выйду, высажу. Он с другой стороны, выйдет. Вышел, вышел. А, вышел уже. А, он сдал. Все, у меня кашки. У меня есть, есть. Я закрыл. А, все. Нифига, не закрыл. Да закрыл. Ну смотри, руки так за головой. Просто руки за голову все держишь, и наручники заковываешь, так руки так и остаются за этим. Вертушку прятать или не прятать? Короче, пригодится. Пригодится, да? Давай сюда, кстати, сейчас я посмотрю. Сейчас я попробую, посмотрю, что там, что там. Я взломаю пока пачку. Сейчас музыка будет такая, короче. Ой, да не надо. Ой, не надо. Да одна только была. Ну кто у меня пыхнул, да? Ну да, кому делать лучше? Я случайно. Не знаю, а что я отличку не могу, Тарас, использовать? Заплатят за тебя, останешься жив. Не захотят заплатить, но придется тебе подорвать, наверное. Я что-то не понял, то что мы. Мы будем пытаться, чтобы ты остался жив, чтобы нам заплатили. Ну и что же не хотим делать? Хатабыч. Да. А, ты сажаешь надо, да, на здание? Так, или ты хочешь. Кого, кого? Вертушку. Ну я вот на крыше сидел. Вот все, а, ну все нормально, все нормально. Она открыта, и нет, что нельзя больше не так удобно. Может пока я ее делаю? Вот сейчас я сделаю, попробуй. О, да, 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 да. О, а, музыка пошла. Может, хочешь в машину сесть? Да. А, ну смотри там. Пишите копу, что у нас заложен. Сейчас. О, а чей-то карт? Ром, давай ты. Писать, да? Писать, да. Сейчас. Скрины делай только каждое сообщение. Окей. Карт это в нем шейд был. И выпал прямо перед. Ну, короче, релогнус. Возродит. Сколько просим? Сколько спросим скопа? 2 ляма. 2 ляма? Да 2 ляма. Дилан пишет. Требования. Требования пишет. А я ему еще не успел написать даже. Я это написал. Ага. Так что, мне писать или кто-то из вас написал? Да я уже пишу. А, все, окей, окей. Дай ему 5 минут. Пиши лям, да. Да, да. Наличный только, да. Наличным, да? Угу. РП. Координаты скидай, да? Да, конечно. Ну, 9.
4, что там что? 2, 2. Был бы еще кто-то из копов. Взяли бы больше. Да-да. Все, я дал ему 5 минут, скинул ему координаты. Че ты взял вообще? Отпустите. Пожрать ему дайте, короче, попить, чтобы он сказал, что с головы сдох. Он в наручниках сидит? Да. А рюкзак у него есть? Раз. Если... Да нормально, сейчас посмотрим. Мы написали копам. Вроде бы сейчас они заплатят за тебя. Если заплатят, приедет коп, заберет тебя, и ты поедешь. Покушать есть что? Покушать, попить. Так, Хатап, смотри, не грохни меня, я к тебе поднимаюсь. Ну, не стреляй туда. Туда, к себе. Ну, ты у нас. А все-таки идейку мою насчет машины подхватили быстренько. Я спрашивал, покушать, попить есть что? Да. Уже одна музыка играет уже. Сейчас, если таз заглохнет, включим и тебе тут музыку. Все, сиди тихонько. И захочешь покушать, напишешь. Сколько карт то стоит? 22 тысячи. Ну что там, коп, что ты сказал? Катя. Да. Сейчас 10 минут просил, потому что не успею доехать. А, 10 минут? Да. А, ну хорошо. Едет. Я говорю, ну на секунду смотри, больше. Скажи ему без шуток и деньги. Угу. Это этот Тарас был на Хемке? О, пойду включу ему музыку, он просил музыку включить. Да не, я сейчас включу, я сейчас буду взломан это. Так, угу, понял. Что ему не слышно? Смотри, смотри, старый, блин. Давай, пускай шевелится быстрее. Ты за время там долго видишь? Вон он конфискует машинки. 10 минут, а что-то не было. А, ой, это не надо пить. Нам пить, поесть, просить. Отправляет Азимус 190 трактор. Со стороны базы один повстан. Приехал. Коп приехал, да? Где он есть? А нет, это не коп. Кто этот тогда бегает? Может быть, он кого-то другого отправил? Ага, он пишет, где на месте. Он, наверное, думает, что на базе один. А ты где-то? На вышке? На вышке, да. А, подожди. Ну, да, на 104.
на лодке просто экскурсию сделать. А, это пикап тебя гудит, я думаю, что он гудит. У меня пикап гудит, да? Да не, вроде не гудит. Охотник Дилан, вон, он тут уже. Тут это где? А где вы, видите охотник? Где? Сейчас скажу. А, где, я вижу. 186 азимут. А кто-то откроет ему блоки там? Он заехал. Едет. Эх, я сейчас упаду, все падает, прикинь. Да не падает, да. Фу-фу-фу-фу-фу, чудинка. Так касаешься. Так, а ну встань, куда ты где? А где заложен? Я не вижу. Да вот он в машине, машина заминирована. О, прикапе, а, ну хорошо, если что, я его убью, могу убить. Да не заминировал, ты закрыл, да? Да, я лежу тут, кто выйдет, Рома, кто на первой вышке? Сейчас я иду. Выходи, откроем. Док, напиши. Скажи, вдруг чего умрет, ты его назовешь. Он выходит? Да. А, ну, ты видишь это, Рома, что я пишу или нет? Да. А, значит, он видит. А может, не видит. Ром, напиши ему, чтобы он вышел из машины. Вышел. Оружие, автомат. Оружие, автомат. Все там. И пистолет. Пусть в машину свою оставляет. Ты мне сейчас ты даешь. Послушный. Он меня написает. Ну конечно, сидят. На него РПГ свелся. Да, держит его под прицелом. А что ему делать? На него РПГ свелся. Что ему еще? Все, куда его ходит? Машине деньги покажи, что дают. Вот заложник там на месте, или пусть передает деньги. Скажи ему, давай поедем. Пошли со мной, убедишься, что заложник лежит, за проволоку заберешь. Слышь, так можно и копы взять тоже, если много копов. Один приходит, то можно еще и копа взять. Стой. Видишь, машина стоит там? Да. Там заложник. Убедил? Чтобы его освободить, передавай мне деньги. Тебе деньги? Да. Предъявил мне документы. Да, 1 000 000 передал. Все, отпускать не заложил. Сейчас откроем еще. Стой на месте, скажи. Стой, все, можете забрать заложник. Черт, убит. Ладно. Ну, это вот это РП, я понимаю. Нет. Отыграли.
Ну, конечно, у нас бы так не, там, не Скажем было. так, неинтересная РП. Ну Да, зато, скучно. чел жив. Его задача, чтобы спасти чел жив. Он спас. Ты видео выключил? Подожди, видео может касатку выключил. мою сейчас конфискует. Опа, опа, он встал. Эй, кто стреляет? Я он стрелял, касатку касатку, мою хочет касатку. забрать. Зачем ты стреляешь? Он Касатку хотел мою хочет забрать. Ага. Да. Все, Хотел уехал. конфисковать он. Ну, что, порядок все надо. Надо порядок, я сам сейчас найду порядок. Пару штук заработать. По дороге почему? Да. Вот такой быстро понял. Сейчас ставили один лям забрать. Все, я выключаю.